В соцсетях нарастает паника. Люди пишут об угрозе коронавируса и призывают не есть бананы, особенно с юга, которые могут быть переносчиками опасного заболевания. Коронавирус идет к нам из Китая. Город Ухань полностью оцеплен. Тысячи зараженных и десятки погибших. США, Англия эвакуируют своих жителей. Как он передается, уже неизвестно, вроде от человека к человеку, воздушно-капельным путем. Из Ухани идет эвакуация иностранных граждан. Власти не в силах остановить продвижение вируса. Вирус проходит в другие юго-восточные страны Азии. И в Макао, и в Гонконге, и в других странах. Сейчас возникает новая опасность. Вирус в России может попасть через посылки с того же AliExpress, других китайских интернет-магазинов. Если человек чихнул на посылку, она может передать вирус и попасть в Россию. Под угрозой как сотрудники почты, так и шоперы, кто вывозит посылки из Китая. Любая посылка может принести смертельный вирус в Россию.